Ребята, читайте. Когда все напоминает о нем. Пипирку взяла. Что это за клитор телепается? О, два кокушка маленькие, да? Обоссанный унитаз, небось, да? Ой, ребята, всем здорово, Саныч на связи. Васик, очень рад приветствовать у себя на канале. Блин, вы заметили, что вот чаще всего в ТикТоке вот именно от женщин исходят такие ролики, типа, вот, когда там я там вспоминаю о бывшем, как сейчас в этом ролике, да, когда я, допустим, там встретила бывшего на улице, там, когда они там записывают видео, типа, там снимают там какого-нибудь теленка там или козла, типа, о, бывшего встретил, типа, ну вот, короче, все темы про бывших, да, вот, ну, очень редко попадается это от мужчин. Ребята, меня это наталкивает на вывод, что женщинам отношения нужны больше. И вот эти все вот страсти, там, разрывы, схождения, там, опять вместе, опять расстались. Вот это, короче, всякие вот эти все интриги, да? Вот. И секс тоже больше женщинам нужен. Потому что, как-никак, а с бывшим-то ее связывают тоже, как бы, секс. Это не последнюю роль играет. Вот поэтому, ребята, такие вот дела. Пишите, что вы думаете по этому поводу.